dump. Ruby was a motherfucking reject. Then I cut my wrist and never motherfucking reject. Still broke at the brother motherfucking reject. Rome hoes asking if I see a ghost. Tell them no, I just keep broke. Всем привет! Вы находитесь на канале Cushion in the Way. Сегодня у меня на обзоре дрип Кагун от производителя 528 Custom Way. Дрипуля приходит вот в таком вот мешочке. Внутри у нас есть сама дрипка, также есть ремкомплект с орингами, двумя запасными винтами и крестовой отверткой. Также у нас есть пакетик, где 810 дриптип и запасная пластиковая юбка. Состоит дрипка из четырех частей: базы, корпуса, топ-кэпа с регулировкой обдува и 810 дриптипа. Диаметр дрипки 24 мм. На эту дрипулю также подойдут другие 810 дриптипы, что очень хорошо. У атомайзера есть три отверстия обдува с каждой стороны. Есть также отверстие одной спирали. Теперь поговорим о базе. Самое интересное здесь кроется в стойках. Стойки здесь раздвоенные, то есть прижимные. Что это значит? То есть, как раньше, болты здесь не прижимают ножки спирали, здесь прижимают вот такие вот своеобразные площадки, которые зажимаются крестовыми винтами. Отдельную похвалу заслуживает глубокая ваночка диаметром на 5 мм. Пин у нашей дрипули медный. Он достаточно выступает для использования дрипки на гибридных механических модах. Также есть дополнительный винт, который позволяет подтянуть минусовую стойку, а при желании разобрать ее или заменить на новую. Также у нас есть серийный номер и гравировка самой компании 528 Custom Vape. Ну что, друзья, давайте мы уже подведем итоги. Начнем с плюсов. Первый плюс поставим за большую ванночку. Второй плюс — очень даже неплохая вкусопередача и навал. Третий плюс – возможность установки как одной спирали, так и двух. Очень интересное инженерное решение со стойками, поэтому за это тоже плюс. И по качеству обработки никаких нет придирок, все на высшем уровне. Ну что, давайте мы перейдем к минусам. Первый минус – это невозможность полностью закрыть обдув. Второй минус, он же и последний. Иногда приходится периодически подкручивать винт, который удерживает минусовую стойку, так как стойка иногда при установке спирали разбалтывается. Стоимость клона на эту дрипку составляет от 800 до 1000 рублей. Огромное спасибо магазину Паровоз за то, что предоставили эту дрипулю мне на обзор. Ссылку на магазин я оставлю в описании. Также подпишись на мой канал, поставь лайк, дизлайк и откомментируй это видео. Всем спасибо, до новых встреч и пока!